нельзя. Точное московское время. У вас пишут, 12 лет мозгов нет, из любопытства полезла или случайно напоролась. Ну, может быть, да. Но все-таки, мне кажется, змеи тоже могут быть очень агрессивны, не зря это все-таки опасные животные. И да, можно действительно случайно напороться. Блин, змея цапнет, конечно, так что просто аккуратнее. У нас лисы по ночам ходят, удивляют те соседи, которые отпускают на ночь кошек погулять, а потом найти их не могут. Для лис это хороший объект для охоты. Змеи, я думаю, от лис не отстают. Защита и охота. Закон и порядок. Защита и охота. Слушайте, тут смотрю кадры, жесть. Просто автомобиль женщины внутри рухнул со второго этажа паркинга в торговом центре «Филион» на западе Москвы. Пострадавшую женщину уже достали из машины, службы на месте. Ну вот, о состоянии женщины не сообщается, но есть также кадры момента падения авто. Реально, со второго этажа крытой парковки центра «Филион» просто машина вылетает за ограждение. Явно просто женщина перепутала газ и тормоз. Ребята, осторожнее, пожалуйста. Радио Далее Джек Уайт, White Stripes, Nation Army, классика. А прямо сейчас Foo Fighters. Rescued.